Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня будем делать свечу на открытие дорог, на отношения и отрубание негативных привязок, негативных старых сексуальных привязок, привязок к бывшим партнерам через секс, привязок к прошлому, от привязок от прошлого в отношениях, от привязок, чтобы открыть дороги на будущее, хорошие, благоприятные отношения. Если у вас в раскладе выходит, что вы одна, вы одинока, да, для женщин видео посвящается, эта свеча поможет вам отжечь негативные привязки и открыть дороги на новые встречи и новые знакомства, чтобы кто-то на пути вам встретился и чтобы начались новые отношения. Так, мы возьмем вот такую молду, как будет выглядеть свеча. Покажу, как будет сделано. Конечно же, мы возьмем полынь, мы возьмем лепестки роз. Полынь будет отжигать негатив, розы будут давать любовь. Такая ядерная смесь, два в одном, полынь с лепестками роз. Я заготовила воск. И давайте подготовим тогда травки. Если вы не подписаны, не забудьте подписаться. Я сегодня не буду травки толочь. Просто немножечко вот так ручками им помогу. Расскажу также, что эта свеча помогает обрести женскую гармонию и равновесие, потому что свеча для женщин, для девочек, чтобы на женскую энергию приходили деньги, благополучие, удача, достаток, любовь, счастье, ну все, что в общем девочке надо, чтобы деньги получались сами собой, да, но это смотря как заговорить и зарядить через женскую энергию, через энергию шакти, можно эту свечу зарядить и реализовать. Поэтому такой момент, да, что вы хотите? Хотите, чтобы свеча что давала после того, как вы отожжете? Тут или деньги, или отношения. Ну, могут прийти и деньги, и отношения, так как идет женская энергия. Смотря, конечно, какой запрос. Когда нету ни у кого никаких отношений, то хочется хотя бы отношения. Свеча на женскую энергию. На шакти, на благородство, скажем так, аркан третьей императрицы. На женщину. Прям женщина-женщина, женская энергия созидательная, которая все делает для того, чтобы у вас все было. Чем больше вы себя ощущаете в этом женском потоке, тем больше деньги и отношения сами собой к вам приходит. Так, ну что, ставим воск на растопку. Я уже не буду показывать, как я растапливаю воск. Уже просто будем лить по факту. Возможно, добавим какой-либо краситель для благоденствия. Возможно, даже зеленый, не красный. Красный на страсть открывает все-таки дороги. Это у нас будет еще одна свеча, которая поможет нам привлечь внимание, например. Это покажу в следующем видео, что за свеча такая волшебная. Так, давайте пока подготовим еще наш фитиль. Напоминаю, фитиль у нас завощенный уже, готовый, так даже лучше. Угу. В принципе, у нас все готово. Осталось только растопить воск, добавить травки, заговорить
и перейти к отливке. Итак, я растопила воск, добавила чуть-чуть красителя. У нас цвет безусловной любви – это цвет зеленый, и он поможет нам в изобилии в этой молде, в этой форме. Так, ну что, заливаем. Вот. Сразу просто вот так воск покажу, чтобы было понятно. Угу. Ага, отлично. Сейчас еще чуть-чуть добавим травок. Травки, травки, травки. Наших травочек добавим. Когда я топила воск и добавляла траву, все необходимые заговоры я сделала. Если кратко, наговорила о том, чтобы трава, отжигаясь, забирала все негативные энергии и открывала дороги на отношения. Ну все, ждем, когда оно застынет, и потом уже посмотрим, я вам покажу, какая это форма получилась, как оно будет работать и почему именно такая форма. Так, ну что, смотрим, что получилось у нас со свечой, с отжиганием всех негативных программ и на открытие дорог, на сексуальность. Тут надо быть очень осторожным. Тонкий стан. Так свечу, вернее не свечу, а молду сделали, не предусмотрели многие вещи по поводу того, что она неравномерно распределилась. У кого-то, в общем, по сопромату было два. В общем, не буду вас мучить, сейчас покажу результат. Вот такая свеча у нас получилась с травами. Здесь у нас даже получилось, боженька начала. В локте. В общем, смотрите, да, форма свечи какая. Вот здесь самое узкое место, переломное. И тот, кто создавал эту форму, молду, даже не подумал о том, что она здесь может, ну, даже переломиться. Даже не подумали об этом, когда создавали, не тестировали. А так, конечно, да. Свеча сексуальная отжигает все старые негативные программы. И открывает дороги на новые отношения, на новую любовь. Как с ней взаимодействовать, я рассказываю уже лично после заказа. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк. В комментариях пишем, принимаю с благодарностью. Конечно же, желаю вам удачного дня, хорошего настроения.